Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса учета платежей в системе Платон в ситуации, когда транспортное средство находится в лизинге. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Так вот, в данном письме Минфин делает вывод о том, что в том случае, если транспортное средство учитывается лизингодателем, но при этом уплату взносов за проезд большегрузного транспорта осуществляет лизингополучатель, то в этом случае у лизингодателя отсутствует возможность для учета соответствующих платежей, точнее даже не для учета, а для уменьшения транспортного налога на соответствующую сумму платежей в системе Платон. На мой взгляд, безусловно, такой вывод, он в целом, конечно, соответствует тем нормам, которые существуют в налоговом кодексе, хотя насколько это справедливо, вопрос остается открытым. Но, тем не менее, налогоплательщикам следует учитывать данное разъяснение при решении вопроса об уменьшении транспортного налога. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!